300 раз. 10 один, 10 другой. Саша, берешь шендрю туда. Смотрите, задняя подножка, мельница, передняя подсечка, подхват, через плечо. 300 раз. То есть у вас 5 минут вы работаете, как по Покарову. Андрюха, вот здесь делаешь. Андрей приготовился. Все, вы учеками делаете. Так. Сейчас делает этот, как его? С выведением из равновесия. Учеками в движении. Вдвоем. Андрюха, становись сюда. Значит так. У тебя два кувырка. Полет кувырок. Не надо высоко, не надо. Сейчас я запишу. Это у нас. А, у нас здесь ехал будет вырезка. Блин. Дайте ручку быстренько. Дайте ручку. Да. Так. Мы четвером. Раз, два, три, четыре. Мальчики будете по одному. Итак, Андрей, пожалуйста. Два кувырка. Так. Поклонился и ушел. Да, ага. Так, Якобур, оценка у тебя знаешь какая? 7. Пожалуйста. Николай. Так, у тебя оценка 5. Петя. Пожалуйста. Молодец, Петря. Оценка 8. Так, и Дан. Даниэл, пожалуйста. Нет, стоп. Кувырок, два шага кувырок. Вот. Значит, оценка тебе 3. Почему? Потому что ты делаешь кувырок и держишь за колени. 3. Так, кувырок назад, пожалуйста. Давай. Вы когда в стойке, да? Шею разогреваете. Так, два раза. Так, оценка 3. Пожалуйста, Николай. Так, оценка 3. Пожалуйста, Петя. Так, оценка 4. Первый раз у тебя было шапка. Так, пожалуйста, да. Попробуй. Вот, ручками. Так, молодец, 2. Так, Марк, пожалуйста. 2 раза. Колесо. Так, 4. 4. Пожалуйста, Николай. Это все нужно рисовать будет, так что тут вам больше хочет. Так. Еще раз. Так. Оценка 2. Пожалуйста, Петря. И не бери. Вот. Оценка. Только с той стороны. Пожалуйста. Вот умница. Молодец. Оценка 2. Так. Два человека точно делают. А все еще раз. Может получится, тогда я выше поставлю. Я молодец, это единица. Пожалуйста. Так, ну что? Беру. Где ты будешь? Надо попробовать. Оценка, призы, призы лежат. Так, молодец.
Первым, да? А, я сразу давай. Без близких деньги. Ну, и можно. Не можете ли да, нет, да? Хорошо, все, ушел вперед. Итак, Якобурский. 7,3 это сколько? 10. 10, 15. Быстро. 5, 3, 2. 10. 5, 8, 8, 16, 4, 20. Так, и Даниил. 7, так. Так, вы. Вы, Андрей, сюда. Берешь Ваню. Вон там ничего не делаешь. Ничего не делаешь. Ванюша, вон там. Так, это как его. Вы вдвоем. Ты как себя чувствуешь? Поверьте. Берешь Петрю. Вон туда. Поле профи. Так, девочки. Девочки. Значит так. Сейчас я записываю. Так, у нас пойдет Вика. Я как бы Виктория. Потом у нас пойдет. Руслан. Пошли, девочки. Так, и пойдет Михайлович. Итак, ты делаешь так. Кувырок, один шаг, кувырок. Как ты? Как ты? Андрей, у тебя нога не подходит. А? Ну, это... подставляет. Да. Чинч. Руслана. Вот так, вот так. Старается, что у нее ноги оторвали. Шансы. Ты когда попробуешь? Давай. Нет, с той стороны надо обходить. Вот здесь, да. Колени, как хочешь. Никогда, как хочешь, боком. Садись на колени и делай. Ничего, вот, да. Вот, через бочок. Не через голову, через бочок. Еще раз, значит. Еще разочек, и все, я тебя отпущу. Вот так, вот так, молодец, умница. Вот так, опять смотри. Есть оценка. Немного ударил. Девочки, с той стороны возвращаться. Руслан, двое. Два раза кувырок назад и на пол. Я подумала, что... А, да-да-да. Разве молодец. И на колени стараться, да. Вот руками, видишь, хорошо. Стоп. Оценка три. Михаил. Так, сюда, да? И на пол. Можешь? Через бочок. Так, попробуй. А сюда, да? Садись. Хорошо. Все, ушла. Все, так, Виктория. Мара. Здорово. Ну. Дой. Молодец. Так, оценка тебе. Стараться. Пожалуйста, Руслана. Преподаватель сразу выше оценку ставит. Выходишь, это так красиво выйти, плотно сделал и красиво уйти. И вот это ставит на бал выше. Вот, молодец. Вот. Вот так. Хорошо, оценка 3. Так, переворот вы будете делать, поэтому, девочки, смотрите, Руслан, я кубу, 5, 4, 6, это 8, 14, Руслан, 6, 3, 5, 6, 12, так, и Михаила тоже, так, сейчас, встали, встали, Руслан, Дан, Аис, Кучикове. Ты берешь пока какая-то. Пошли, пошли. Я не вижу, не вижу. Нет, можно и броски делать. Можно броски делать. Так.
хочу видеть выше Андрюха. И рука, рука, видишь, у него рука сверху. Ты сверху бери. Так. Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, это дан у меня. Дан. Дан Балан. Хорошо, Саш, смотри, ты делаешь вроде нормально, но ты идешь, делаешь шаг, и сам в таком положении. То есть ему ничего не стоит, смотри, дать тебе по шее, чтобы ты упал. Высоко, высоко ставишь ногу, высоко, поэтому довольно-то. Я видел, я точно смотреть. Как-то он так сделал, и сделал кувырок и через себя. Ну, я думаю, что если он высоко поставил, я думаю, что так сделал, что с этой стороны и получается руки не работают. Так, стоп, Матвей. Девочки. Девочки, да, ко мне. Девочки, ошизаться. Эй, боец, дай курки. Дядя куртки положили, там, 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 пошли. Дядя куртки! Пальцы размяли. Так, сейчас у вас задача такая. Работаем захват туловища противника на руках. Готовы? Петли? Туда. Андрюха, Ваня. Еще раз, половина ваша, вы сюда не заходите. Так, делаем так. Нет, чтобы у меня было такое. Почему надо заниматься? Вон чем человек. Приходи после тренировки и бей сколько хочешь. Нашел кого ты. Тренируй все, потом будешь сидеть и только туалеты мыть. А он будет этот плюсики тебе ставить. Вы вдвоем, Саша, сюда тебе. Вы будете здесь меняться, вы ушли туда. Вы здесь. Вот вы здесь работаете, вот вам. Вот здесь. А только здесь. Это первое, второе. Саша. Вот ваши два мата. Вот ваши два. Вот ваши два мата. Еще раз, послушайте меня внимательно. Работайте. Сколько ты лет занимаешься? Пять. Пора у тренера выигрывать. Ты можешь не выигрывать, но ты не должен падать, понимаешь? Ты где-то ошибаешься, знаешь? Эй! Встаньте дальше туда, Николай. Еще раз. Не выталкивать, но все время стоять прямо, все время руками нагрузиться. 5 минут. Че? Так, вы. Если у вас... Вот я в теннис поиграл, у меня вся футболка мокрая. Так. Еще раз, посмотри, вы как бы без прыгаете.
150 – это отлично. Но не знаю, время не просто так. Надо сразу 150. Пожалуйста. Внимательно. Давай, 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 быстрее, быстрее давай.